Приветствую всех зрителей канала Лёша Играет. Хочу закончить этот год ФФА сериалом по Beyond Earth. Всё-таки последние, не знаю, месяца полтора я только в Beyond Earth и играю. Сыграл уже очень много игр, все их записывал, но решил выбрать вот именно эту игру, где я играл за Полистралию, потому что здесь много, она такая разнообразная, то есть вы увидите и мирное развитие, и войну, и неожиданно развязку. То есть все довольно необычно. Надеюсь, успею выложить до конца года. Во всяком случае, примерно так у меня это все запланировано. И уже в начале следующего года будет Цива. На этот раз мы играем в FIFA на пятерых. Вот так собрались. Среди моих соперников уже знакомые вам Кицаль и Мастер, а также новички Камрад Гео и Тортл. Более камерная обстановка, но никак это на динамику игры не повлияло. Традиционно прошу вас воздержаться от бессодержательных спойлеров и от оскорбления участников. Если вы смотрите видео не в день выхода, то переходите по ссылке в правом верхнем углу, белая кнопочка с буквочкой I, там будет ссылка на весь плейлист и можете посмотреть весь сериал полностью. Ну а на этом все, приятного вам просмотра! Так. Похититель атакован. Перехват. Плюс 2 к производству, да. У меня титана много. Блин, прям ты хоть не захватывай столицу африканца, потому что там сидит шпион и крадет у него науку. Леш, прими мир. Мне просто надо еще предложение покидать. Взял. Я не понимаю, честно говоря, мастер, нафига ты вот это сделал ради какого-то соглашения с африканцем. Не, ну это ты прикинь, сколько соглашение. Ты сейчас потерял. Ну так ты сейчас потеряешь, ну, я все остальное. Больше, чем потерял науки. Я вот, но дальше не буду с тобой сотрудничать, не например. Мне энергия не так сильно нужна на самом деле. Наука так важнее по-любому. Здесь, конечно, столько путей развития. Можно, на самом деле, вкачивать энергию и взять умение такое, что, ну, за, чтобы дешевле. Слушай, покупались Кицаль, объекты. Сотрудничество кинул, примешь? А ты предложение будешь мне кидать какие-нибудь? Кицаль, я тебе кинул предложение. У нас были с тобой, я уже не помню, сейчас я посмотрю. У меня было с тобой соглашение на шпионов какое-то. Я его опять куплю. Ну давай, если купишь, то давай. Оля, как я могу помочь? Я принял, да. Сейчас, у меня 80 престижа, сейчас пару ходов. Угу. Еще одно предложение, Кицал. О, прикольно. Я даже не знал, что у меня такое есть. Hola, how can I help you? Китаец, я так понял, что ты вообще никакие предложения не принимаешь, да? То есть тебе нету смысла что-либо кидать. Ну, или озвучишь. Ты посмотри, какие у тебя есть предложения. Озвучь, какие ты будешь принимать, а какие нет, чтобы время просто не терять.
Так, у меня голоматрица везде уже работает. Фриленд. Макрушники. Над Ричпортом. Над Хартой не работает. И общественные работы, и макрушники я могу еще дать. Так, что там за общественные работы такие? Потребление Леш, энергии. Примешь соглашение? Ну, какое? Послал только что. As Adam Smith said, trade is the lifeblood of nations. Но если ты из них два каравана ко мне пошлешь. Да, хорошо. Все равно, конечно, он будет больше иметь. Так, что тут? Общественные работы. А у Кицала что есть? How can I help you? Ну, давайте. Нихао. Послал тебе китаец общественные работы. Так, и китаец, Сам, давай на сотрудничество поменяем. Предложение. Подожди, мастер, я не услышал. Что ты говоришь? Послал тебе я сотрудничество. Я тебе предложение кинул на спецоперацию. Принял. Так. Табу. Честно, я даже по науке вырос, по энергии просел. Но зато по науке мне теперь нормально идет. Без путей. Так, что-то институт я построил. Давайте. Ну вы ровно идете с Лешей впереди всех по науке. Да мне вот кажется, что у корейца побольше будет. Ну, если бы мне было мне больше, никто три науки стратегических ресурсов не давал. Сейчас ему африканец, видите, опять дал. Да. Рабочего. Божешки мой, когда ж вы тут закончитесь-то? Видимо, когда я гнездо разбомблю. Кореец, прими предложение. Принял. Четыре. Отлично, все. О, 4-10. Круто. Что-то я медленно хожу. Да. Ну, донный бур, это вроде неплохое чудо. Ну что, Кицал, когда там у тебя вымогание четвертого уровня пройдет? Потому что я боюсь, что сейчас он будет взят просто. Я думаю, подождать мне, не подождать. Ну, на следующий ход, если пройдет, то на следующий ход. Если не пройдет, то не пройдет. Ладно, подождем, посмотрим.
Ну, на самом деле, не факт, что пройдет, потому что у меня очень многие операции проваливаются почему-то. У меня, кстати, в этой игре тоже почему-то так неплохо. Хотя там вроде интрига есть и так далее, но... Попробуем все-таки байтовую базу данных. Я ж вот тут закончить. Так. Что-то не стал ждать, да? Ну, ты что-то меня убедил, что у тебя проваливаются операции. Я как-то решил, что ну и ладно. Я был неправ, да? Не знаю, теперь мы это уже не узнаем. Африканец, у тебя еще два города, да? Да. Пойдем с корейцем повоюем. Так, пока на производство все переключу. У меня такое нездоровье. Минус 15% к науке. Да, это серьезно. Надо решать проблему со здоровьем. А что-нибудь тут есть на здоровье? О, плюс 1 к здоровью за каждых 6 жителей. Ну блин, а тут минус 40% за число городов.
хочется через территорию... Ладно, в свободу отправлю. Через территорию корейца караваны отправлять. Парочка. Пускай. Сразу на два хода меньше наука открывается. Блин, меня выкинуло. Ну, из игры. Крашнулось. Это мастер, ты говоришь? Да, я еще перезайду. Ну, заходи, да. Чего 협력하신다면 큰 힘이 될 것. Вкусный салатик. О, плюс 20% здоровья. Как раз и резелин есть. А где у меня еще резелин? Это же был вот в харте. Бионическая лаборатория, классная штука. Больше нигде резелина нет. Видимо, рассинхрон будет на этот ход. Так, где у меня? О, вот тут.
Биоколодец построен. Так. Такое чувство, я пару ходов пропустил. Ну да, два хода. Да. Я один должен был пропустить. У меня было 80 престижа, а сейчас 233. Я на престиж глянул, у меня 80 ход. Значит, два, как да. Раз. Не, ну, по идее, да. Первый ход ты должен Блин, был успеть проходить. Блин, фигово, что у меня теха не изучалась, как раз у меня крашнулась, я два хода бы не изучал техи. Я а еще у меня инопланетянин сейчас чуть город не взял. Офигеть. Раз, где вот, ваших такой... агентов закапывать буду? Так, хитин у меня есть. Так что, наверное, имеет смысл биофабрику построить. Ура! 16 энергии. Да. Это много. Камрад, а куда ты свои юниты подводишь? Ты можешь объяснить? Нет, не могу. Будешь допиливать два города, если. Ну, взял бы там сразу объявил войну, если что. Тебе это пока не угрожает. А, ты мне будешь объявлять войну? Нет. Тебе тоже это не угрожает. А кому тогда угрожает? Кто тут у нас еще? На все есть хитрый план. План капкан? Как бы самому в него не попасть. Тебе чего? Так, 7-3-5-2. Централ 7-6, неплохо. Надо сказать, что против Лёши эти юниты долго не проживут. Потому что у неё там 9 отрядов таранчи, которые там просто это все раздолбать хлам.
Ну, почему? У него же тоже третьего уровня, вот смотрю. Барон паназиатский. Восемь, девять, пять, три, четыре, два, пять, три. О, два, восемь. Похитители гольчатым истребителем. Кепсала, общественные работы. Ой, комрад, общественные работы продашь? Соглашение. Да. Прислал. Так, может прикупить здание на здоровье, если они еще есть у меня вообще. Вот, например. Она строится два хода и так. Так, клиника. User in your channel timed out. Кто это? Кицаль вылетел. Ну, в игре он вроде есть. Так, тут еще нельзя покупать. Здесь клиника. Инкубатор. Все, денег больше нет. Мозаичный корпус, смотрите. Самооборона города плюс 50, культура плюс 2. Неплохая штука. Надо в столице построить, и тогда в других городах оно быстрее будет строиться. Вот, стандартизированная архитектура. Я отходил, ничего не пропустил. Вроде нет. Крашнулась, я думал, что это уж Beyond Earth крашнулся, испугался. Хорошо, что TeamSpeak. Было похожим. Пустил эти два каравана, Лёш, короче. Спасибо, да, вижу. Ну, как-то мало все равно ты как-то получаешь науки. Ну, потому что из столицы там мало. Вот, которая с перспективы, там нормально, а из столицы мало. Камрад, ты со мной заключишь какое-нибудь соглашение свое? Там, заповедники или что-нибудь такое?
Америка говорит. Вот, не дружил бы ты с полистралией, заключил бы. Ясно. Китаец, может, ты захватишь последний город африканца-то уже? Если у тебя там армия есть. Потому что мне эти города все равно не нужны, я их сожгу, а тебе, может, там надо зачем-то. Зачем-то? Ты, царь, продашь мокрушников? Мокрушников? Кого я там мочить собрал? Ну давай, продам. Так, ну. Прислал. Да больше заключать нечего, на самом деле. Лёша, ты заключишь со мной соглашение отмена регулирования рынка? Ну ты рассказывай, о чем это, думаешь, ты по названию я сразу понимаю. Уменьшение там по численности населения для следующего каравана. А, то есть ещё караванов хочешь себе? Ну заключу, заключу. Кинул. Китаец, убери юнит слева от Пангани, который стоит. Я, скорее всего, все эти караваны тебе пущу, на самом деле. Науки хочется, да? Да, не, ну у меня вообще жесть с наукой. Сколько? 150? Да. Вот реально угадал. As Adam Smith said, trade is the lifeblood of nations. Тем не менее, гармонии столько же, как и у меня. У меня 3 квеста, мне с ними подфартило. Вообще у тебя по совершенствам круче, чем у меня. Я там открыл всякие баллистики, вот это всякое. Есть один очень затяжной квест. В результате нужно построить типа биофабрику. Ну, вот, за него дается там. Я его тоже прошел. Я тоже был, кстати, да? Да. Ага.
странно, что-то у меня не появились ячейки с торговых путей. Может, на следующий ход должны появиться. Hola, how can I help you? Ni hao. Sword of Woe. 저와 협력하신다면 큰 힘이 될 것입니다. Sword of Woe. Так. Что у нас тут с городами, на всякий случай выйду. Тем походил юнитом. Китаец, ну серьезно, ну давай ты захвати последний город африканца, ну блин. Так, кибернетика готова. Так, что там произошло? Китаец, наверное, думает, что он будет держать юниты без войны в моей столице, и я буду с ним торговать до конца. Прекрасный план. Это камповская дипломатия, по-моему. Так, давайте-ка праведность поднимем, ну, превосходство точнее. Так, энергетические системы, вот, терраформирование. Слушай, китаец, ты если на африканца нападешь, у нас соглашение все отменится. В смысле, а вы союзники, что ли? Я союзник, да, с африканцем. До сих пор все еще. То есть, меня поражает. Я думал, Леша добьет, как бы. Ну, нафига мне его добивать? Я его не буду добивать. Пускай когда сидит. Пускай сидит когда. Ну. Не, он может вообще выйти, если хочет, конечно. Могу выйти, я могу вообще с вами не торговать. Вы, конечно, умные ребята вообще. Блин, воевать не хотите, блин, все только торгуете, блин, говносоюзники. Это сейчас африканец говорил? Да. А. Тёртл, когда ты воевал с советским флотом ФФ, и я за тебя впрёкся, ты на следующий ход с ним мир заключил. Зачем мне с ним мир заключать? Ты умный. Ты тогда на следующий ход и меня одного, меня раскатали. А я думал, будет нормальная такая война. Надо же было в прошлый раз. Как бы я тебя раскатал? Ты вообще хрен знает, где находишься. Нет, не ты, у меня юнитов нету. Сейчас. Странный ты, блин. Не знаю, я помню, что Тёртл в прошлой игре захватил как раз комрада. Вот это я помню за Австралию. Я захватил, но я в другом положении был совершенно. А, это Кицаль, я вас перепутал, извините, ребята. Это с Кицаль воевал.
Так, немножко... Чё, я могу захватить, у меня тут вон плавает корабль, я могу Бангани захватить, если хотите. Мне вообще... Тогда, Кицарь, у нас с тобой отменится отношение. Ой, соглашение. Да нет, у меня, я и так в войне с Африкой. Вы воюете? Да. Захвати. Нафиг мне нужен этот город, я не знаю. Но захвачу. Так, я хочу тут в столице. А вот я открыл же какую-то классную штуку, которая культуру... Почему я торговые склады не могу купить? Или так задумано? Ребят, а как-нибудь можно посмотреть, какую я теху только что открыл? Есть какой-нибудь лог там, что-нибудь такое? Ну, может, лог какой-то и есть. Журнал извещений, нет? Он у меня пустой вообще. Пустой, а у меня тут куча всего написано. Не, у меня вообще ничего не написано. Да, да, вот там пишется как раз, какая технология изучена. Вот, ну, офигеть, у меня пусто. Ну, под картой, да, ты имеешь в виду, которые? Под мини-картой. Под карты? Дополнительные, не-не-не, дополнительные сведения нажимаешь, и там журнал извещений, ну, если у тебя русская версия. Вот там, где плюсик слева, плюсик. Рядом с артефактом. Вот есть просто журнал извещений еще под мини-картой, вот там пусто. Там журнал сообщений. Там сообщения от NPC пишутся. Кибернетику я открыл. Так, где вот кибернетика. Вот, мозаичный корпус. А, только в городах на Мазе можно строить. Жаль. Хорошая штука. Сеть, потому что тут медь есть. Так, вот тут я, наверное, мозаичный корпус смогу построить. Плюс 50 будет самооборона, офигеть. Так, что тут, Джинали? Так, надо караваны отсюда отправить сначала. А я их купил только. Тогда построить еще один караван. Или, подождите, или сначала... Перерабатывающий. Нет, сначала караван, потом перерабатывающий комплекс. Нифига не успеваю. Энергетические системы. Четвертый уровень превосходства. Мне пятый нужен. Там будет побольше всего. Вот как раз я сразу шестой праведности и пятый превосходство получу. Отлично. Так, биофабрика. Здесь мозаичный корпус. Тут мозаичный корпус.
2GIS – подробный справочник организации на 3D-карте города. Жители 273 городов в 8 странах мира ежедневно пользуются 2GIS. Телефоны, адреса, сайты компаний, часы работы, поиск проезда и схемы движения городского транспорта – все это внутри 2GIS. А мобильное приложение 2GIS – один из лидеров среди бесплатных программ в категориях навигация и путешествия. Воспользуйтесь онлайн-версией прямо сейчас на сайте 2GIS.ru или скачайте бесплатно для Android, iOS и Windows Phone. 2GIS, если быть точным. Так, тут везде биоколодец построен. Хотя можно еще... В воде его тоже можно строить. Так, добрались. Блин. Ну, я думаю, этих юнитов я смогу побить. Хотя у него тоже, у меня 13.5.4, а у мастера 13.4.4. Интересно, прокачанная через праведность. Насколько крутые юниты. Сейчас глянем. Так. Гидра — это подводная лодка, если мне не изменяет память. А нет, это авианосец. Так, Посейдон — это у нас крейсер. Вот если он по праведности прокачан, то вот, дредноут. Да, дредноут и канонада. У меня Посейдон 5.36.54.3. Так, сила та же. А, ну... Я ж не знаю, какие у него взяты промоушены. Мастер. Да. Переведи отношения с африканцами на сотрудничество. Че? Китаец решил бедного африканца допилить. Все ясно. Так, Джинали... Не дает Америке такой город получить. Классно вообще. 19. Стратегический аванпост не заменил. Да, прям, блин, между... Вот потому и не даю. Это был сарказм. Не, ну там как раз рядом китайские города, вроде в тему ему будет очень, да. Ну да, город... Защиты 15. Так, кто же хостом сейчас будет у нас? Я. А что у нас? А, нас же 5 изначально было, да? Да.
О, видосик какой-то новый показан. Что показали? Специаль продаж или да, патриотизм? Патриотизм? Классный вообще вопрос. При культуре за уничтожение. Подожди, что еще раз он дает? При культуре при уничтожении юнитов в бою. Да, конечно, продам, кидай. Все, спасибо, ты выручил меня вообще. Зачем тебе культуру за уничтожение в бою? Чтобы наука качалась. Не понял я, какая тут логика. У меня прокачано умение, я получаю науку от заключенных соглашений. Просто никто ничего больше не продаст. Да, точно, это хорошая штука. Да, вот там прям глаза разбегаются, что выбрать из этих умений. Так, ну, Туртл, спасибо за игру. Ты что-нибудь хочешь сказать? Там спасибо. Какие-нибудь... Ну, что-нибудь подвести итог игре? Вам тоже спасибо. Тебе удачи в обороне. Я не думаю, что там что-то захватит. Судя по стратегическому положению. Ладно, может, еще как-нибудь вставляем. Все, всем пока. Пока. Давай. Так, ну, следующим ходом начну атаку на корейца. Надеюсь, ни с кем союз не заключил. Блин, вот как, конечно, у вас стоят Джим Пумба и Уиму, это вообще просто. Как вы живете в мире? Да мы же торговали, мы же так торговали серьезно. Да. А теперь Леша не хочет торговать. Ну, блин, ты реально просто подставил меня на ровном месте. И более того, решил предпочесть меня африканцу почему-то. Потому что там науки больше. Вот и все. То есть, поэтому и не торгуем. Так, во Фринланде у меня повышается. Нет, подождите, а где у меня повышается? Нигде не повышается. Ну, ладушки. Так, что у нас тут? Атакуют меня. Так, знаете что, давайте тогда туда избегаем. Так, тут пока Аян. Так, знаете что, надо лечиться тоже мне. Орбитальный лазер. Поражает лучами. Радиус 3, сила 70. Ну, по-моему, офигенный. А, стоп. Что, я его не везде могу запустить? Классно. А, вот могу. Так. Отлично. Очень хороший. Мне нравится.
А, подождите, тут табу не сможет обрабатывать. Ладно. Лечимся. Тут подплываем. Не, американец-то был все равно не захватил. То я был? Ты бы его все равно не захватил, я бы не дал. Ну, я окей. Его закрыл, нет, не специально. Я не думаю, что Кицал он прям горел желанием его захватывать. Нет, я никому бы не дал. Ну что, мастер, повоюем? Я не хочу воевать. Ну, блин, торговать с тобой не получилось. Так ну, орбитальный лазер? Ну, в принципе, можно и торговать, если хочешь. Я уже с Кицалом торгую. Да, это отмаза. Да, понятное дело, нападай, ясно, блин. А как тут по-другому нет смысла играть? Ну, почему? Мы могли спокойно развиваться, торгуя друг с другом, да, это а ты... Неправда. Не, ну конечно, если бы ты там построил цветок или я, ну или не понимаешь, там что-то идешь, ворота если бы построил, то понятно. А так ты просто на ровном месте берешь, торговлю почему-то зарубаешь, вообще, ну, ни с того, ни с сего. Ну, я же объяснил, что я случайно ее зарубил. Да, случайно. И, а потом ты решил заключать договоры с африканцем. Но они были у меня с ним заключены, просто я на союз. Я вообще планировал потом на Кицала нападать, но смысл теперь. Да на Кицала нет смысла нападать. Чего 협력하신다면 큰 힘이 될 것입니다. Да не, если бы я хотел воевать, когда бы ты напал на африканца, я бы просто напал бы на Джим Бумбу и попытался бы столицу забрать. У меня тут все равно армия все время стояла. Ну, у меня тоже то самое. Я не собирался воевать, на самом деле. Ну, а зачем тогда нарушать договора? Вот, ну, понимаешь, получается, что я с тобой не могу торговать, потому что ты в любой момент, там, ну, тебе что-нибудь стукнет в голову, и опа, мы опять не торгуем. Ну, я... Это странно. С чего бы? Как мне? Почему мне должен что-то стукнуть в голову? Ну, у тебя же сейчас только я что так произошло. Знал, я не знал, как работает механизм игры. Тогда я навел на заключение союза. Нет, это написано, понятно, да, разрушилось. Я был готов дальше, ну, начать с тобой торговать. Я был готов. Но ты почему-то заключил договоренности с африканцем, не хотел с ним союз разрывать. Заключать союз со мной. Получается, потому что союз со мной, ты войну африканцу объявляешь. И получается, торговать с тобой невозможно. Ну, на сотрудничестве можно было торговать путями. Так а что за интерес такой? У меня было все соглашения с тобой. Я бы тоже хотел еще раз заново те соглашения заключить, чтобы больше получать преимуществ, которые были. Тоже на союзе. Главное, африканца выносят, но ты почему-то хочешь с ним... Ну, потому что у меня имбовое соглашение на колбы висело, которое давало почти 100 к науке. Ну, должен же быть какой-то компромисс. Я терять его не мог никак. Короче, я не могу 3 хода сейчас войну ему объявить, так что придется потерпеть. Но ведь я его честно предупредил, что будет война. Кстати, тут попродавать можно здание. Ну, сейчас штраф, может, штраф в культуре убрать. Здоровье потом будет. Хотя здесь... Технологии листья быстрее. Централ может перекинуть.
убил шпиона комрада. Странно, мне написано, что повысился во Фриленде уровень интриги. А, ну вот сейчас стало показывать, что был уровень интриги. Дает науку от теперь литейный завод можно построить. Так, еще проекты в Джимбумбе. Я смотрю, мастер везде строит земной ландшафт. Это самое клевое улучшение на суше. Оно, по-моему, очень дорогое, да? Много ест энергии. 5 энергии. Симпатан. Ну так, чтобы связать города просто. А смотри, у тебя тут кицал этот вихрь. Прям за всем следит. Ну он по кругу уже проплыл. Одного не понимаю. Допустим, у города нету там нужных ресурсов для здания определенного, но как только он торговлю их получает, можно строить. Да. Ну, я считаю, это не совсем правильно. Чтобы это на сам ресурс влияет это здание. А если потом его опять не будет, ну, в смысле, торговля проживется. Ну, смотрите, 25%, 30%. Да, и логически это неправильно. Хотя, ну, всего 5%. Ну, это они, может, да, сейчас так сделали, что достаточно получить видно торговли. Ты с корейцем союз заключил? Да. У нас, да, соглашений много. Так что, будем 2-2 воевать, что ли? Похоже на то. Китаец, ты хорошо подумал? Не, ну если меня выносят, то если ты меня выносишь, ты выиграл игру. Остальным игрокам нет смысла тебя поддерживать. Блин, это равно. Beyond Earth, тут вообще нету, как бы, тут нету никаких преимуществ от того, что ты кого-то выносишь. Не дают тебе эти его города, почему ничего. Только, ну, только отсутствие соседа. Какую науку? Во-первых, отсутствие соседа тебе даст. Мои города очень удобно расположены к твоим. Если вот ты заберешь мои города, у тебя, во-первых, будет буст по науке большой. Ты быстрее дойдешь до этого как цветка. У меня больше построишь от твоих городов будет буст по науке.
Расскажи. Ну, там же здания разве разрушаются все при захвате? Ну, некоторые остаются, конечно, не все разрушаются, некоторые остаются. Там здания на науку должны быть. А то, что дается штраф за количество городов к науке, ты забываешь? Я уже молчу о том, что в отличие от Цивы, здесь города очень долго сопротивляются. То есть, вот, например, город там с 11 жителями, он не будет не 11 ходов сопротивляться, а там ходов 20. Понимаешь? То есть тут считать надо, на самом деле. Тут большие штрафы за захват городов. Надо посчитать просто математически. Но в любом случае, в этих городах... Надо, но я вот какую игру играю... Цветок. У тебя цветок, получается, быстрее раскроется от зданий, которые будут захвачены от города. Наоборот, медленнее. Наоборот, ему надо будет построить во всех этих городах здания. Да, то есть мне больше надо зданий в городах строить, чтобы на цветок не влияли. Каждое здание просто очко дает. Это не зависит от числа городов, которые быстро открываются. То есть, что у цветка, как только он построен, всегда одинаковое количество очков, которые ему требуются? Ну, по-моему, правильно. Нет. Нет, по-моему, там все как с наукой и с культурой, да, по-моему, там чем больше городов, тем... Ну и к тому же, самое главное в данном случае, я считаю, что здесь, когда... Чем больше городов, тем, собственно, медленнее открывается наука. Да, вот очень хороший, конечно, бонус там в знании, что на 40% уменьшается стоимость трав, точнее. 4, 48. Где мне еще? А, вот Пимбела. Когда я там могу войну объявить? Следующим ходом. Ну, Кицал, я следующим ходом буду объявлять войну корейцу. Так что имей в виду. Ладно. Не знаю, зачем китаец впрягается, если он может дальше сам спокойно развиваться. Так получается. Я бы на месте китайца, наоборот, вместе со мной корейца распилил с другой стороны. Я думал, что он так и собирается сделать, честно говоря, когда увидел, что он туда плывет. Как он собирается со мной воевать? То есть, ну, он может захватить эти города африканца. Ну, круто. Я буду только рад. Мне меньше тут будет штрафов всяких. Ну, у тебя у Бангани сколько решчиков, точнее, этих баронов. А у меня похититель. Полистралийский похититель. Ну и какая стратегия? Что какая стратегия? Я у корейца, вот мне надо вот эти города, которые рядом со мной, я хочу их захватить. Потому что... Особенно Уиму логично смотрится, потому что он прямо между городами. Вот это моя стратегия. Кицала дальше будет сидеть, торговать и смотреть, как Халецкий побеждает. Или... Тут очень поздно объявлять войну, когда уже построен там цветок, врата или что-то иначе. Я не понимаю. Уже то есть я просто вижу, что у меня 13-6-5 и у Кицала 14-5-6. То есть в каком месте Халецкий побеждает, объясни мне.
Вы просто как-то мыслите, по-моему, категориями Цивы, что там, если человек кого-то захватывает, то значит он типа побеждает офигенно. Ну, отчасти да, кстати. Я с этим согласен, я прошлый файт сегодня закончили. Я там отставал сильно от лидера, но у меня было так же, как сейчас. То есть у меня было полностью превосходство вкачано, и я практически начал строить этот врата. И у меня был огромный скупок на армию. И первую игру, которую вот мы тогда играли, там, где я за Бразилию победил, это у меня там науки был, я на пятом шел по науке, и тем не менее я смог отбиваться от четырех человек. Поэтому, как то бы, есть вы все... как-то, ну, просто такое ощущение, знаешь, уже надо играть, просто ничего не делая, тогда вы не будете обращать внимания и не считать, что кто-то побеждает. Я вынес африканца, потому что он с самого начала мне, ну, очень раздражал, как-то мешался. Потом внезапно мастер решил со мной не торговать. Ну, блин. Я не собираюсь, например, мастера ладно, выносить, давай, но... короче, повоюем. Мне закругляться надо, на самом деле. Так что... сейчас. Побьемся. Да и все. Прекрасный план. А ты что, просто быстро слиться хочешь, что ли, мастер, или что? Не, я буду отбиваться, в смысле. Не, я к тому, что мне все равно, ну, минут через 15 примерно, мне надо уже закругляться. Что я только 3 часа мог поиграть сегодня. Так уже сохранимся, потом продолжим, в чем проблема. Блин, ну уже конец просто. Где тут конец? Давайте тогда, да, сохранимся и загрузимся. На доигровке, начнем войну сразу. Ну хорошо, в следующем давай сохранимся. Да. Ну все, да. На следующий ход тогда, да. На самом деле, это, мне кажется, еще середина, может, чуть дальше середины, но это еще не конец игры. Еще никто вообще даже ни одного условия победы не выполнил, ни в одной победе. У меня через 3 хода я сразу контакт настрою. Начну маяк строить. Ну еще, поверь мне, да, это не долго. Ну, все равно. Да, то есть это ты маяк будешь строить, сам маяк там ходов 20, и потом еще ходов 25-30 будешь ждать, пока он будет. А ты расшифровал вообще сигнал? Ты даже еще, по-моему, сигнал не расшифровал. Потому что я не видел, сейчас я гляну. Не было никаких сообщений о победе. Да, пусто. Нет. То есть ты даже не обнаружил сигнал притечь вообще. Так что ни одного. Просто... ни одного сигнала. Так что как он там собирается маяк строить, прям даже интересно. Нет, ну может он одновременно решает уравнение и строит телескоп. Ну все равно телескоп не сразу обнаруживает сигнал. Пока ты его запускаешь и ждешь еще несколько ходов, пока он его обнаружит. Ну что, тогда сохраняем сейчас, так, да? Так, сейчас сохраняю, да. Когда продолжим? Я все сохранил. Могу. Ну давайте завтра вечером. Там, кто во сколько завтра вечером может? И я. Так, давайте вспоминать. Я помню, что я хотел напасть на мастера. Но, блин, где я это хотел? Когда я это хотел сделать? А потом резко передумал и решил. Не, этого вместе не со всеми. Комрад Гео завершает создание Гуапу Яулян. Это, по-моему, крутое чудо, да? Но науку дают вроде или что? Нет, два улучшения фермы в границах города Фриленд. Культуру уменьшает? Ну, количество культуры необходимое для следующего развития. А, прикольно. Блин, охренеть, у меня задание построить 2 фермы, ну, я думаю, у многих такое появлялось, в пределах моей столицы. А у меня столица на таком острове, где очень мало суши, и здесь, собственно, у меня построено 3 биоколодца и 2 фабрики. То есть мне придется какое-то из этих улучшений, получается, уничтожать. Не, Лёш, ты же можешь на воде можешь ферму построить, не забывай. О, спасибо за подсказку. Точно, точняк. Ремонтных. Я уже тоже на самом деле забыл, что я хотел делать.
Так, две фермы, отлично. Вот у меня чувачок, давайте, собственно... Блин, хорошо, что тут время хотя бы есть подумать о том. Да, это да. Тут... Мне в комментариях там, кстати, люди пишут, последние же серии там идут, примерно по полтора часа, и там 8 ходов. Да, 7 ходов там же часто. Да, такое. Хотя я реально там, ну, монтировал, то есть там, где моих действий нету, я это просто вырезал. Так, маловато как-то я науки стыбзил. Вербовка перебежчиков. Нет, мне наука важнее. Так, тайный агент прибыл в Централ. Боевая робототехника. Кноры. А, спутник-шпион. Вот ради чего я ее открывал. И 6 уровень превосходства. То есть я по превосходству пошел, да. Хотя бы 8 достичь. Ну, блин. Враждебные инопланетяне, понимаешь? И не долетает саранча. Ладно. Так, что мы тут повысили? Перерабатывающий завод. Ну, это у меня новый город. Денег у меня дофига. Банк данных. Ну, кстати, можно, потому что здесь вполне может африканец сейчас начать нападать. Мозаичный корпус. Блин, 10 ходов. 10 ходов это дофига. Стоп, не то, не Маган. Нали. Лаборатория. Нет, 9 ходов это как-то много. Надо тут что-то на производство. Вот ториевый реактор хотя бы. Так, а здесь мы биофабрику построили. На что делает 3 производства, 1 культуру и 1 производство от хитина. Ну так, в принципе, неплохо. Давайте саранчу. Не, спутник-шпион. Так, тут были... ...70 энергии. Тут были гнезда. Я с ними разобрался. Так, какие у нас тут договора? С кем? У меня союз с Кетсалом, у него союз только со мной, остальное у него сотрудничество. И, собственно, договора у меня, по-моему, сейчас с Кетсалом только, да? А, вот с Камрадом еще на 40% уменьшается, но сейчас это закончится. Что я могу у Кетсала еще... 94 плюс 42. А какие у меня умения? Военные я еще никакие не взял. 315. Надо у Кетсала. Проведение возможных соглашений. Вербовка на местах и мокрушники. Ну, пока ничего из этого не надо. Лучше накопить на военные умения. Ну, Кетсал, ты готов? Сейчас ты объявишь войну. Всем. Всем, кроме тебя, да? Да. Ну, я бы, я бы не хотел, например, тоже с китайцем воевать, но он зачем-то заключил союз. Китаец сотрудник. Нет, он в союзе с китайцем. Ну, в том-то и дело, что я говорю. Что я бы не хотел с ним воевать, но он зачем-то с тобой союз заключил. Нет, мы не союзники. Вы же заключали союз. Ну, потом на сотрудничество перешел, и все. Тогда ты, Кетсал, не всем объявишь войну. Я тебе наврал.
А, нифига, я уже был готов, я уже веду туда войска защищать свои города. Чего 협력하신다면 큰 힘이 될 것입니다. Зачем я мог этот город вообще взять? Если бы я его обстреливал самолетами. А, во. Блин, а что так быстро ход закончился? Не знаю. Блин, что-то я туплю вообще. Блин, что-то я вообще так туплю. У тебя город захватили, фига себе. Ну, тут дофига юнитов, но я на самом деле просто туплю. Я просто очень медленно соображаю в данной ситуации. Ну и вообще как-то ход быстро закончился. Так. Да, три самолета на ровном месте. Ай, блин. Так, ну тут пофигу на самом деле. Что строить? Уже даже начать тут удалять здания. Так. Торговый. Где торговый склад? Тут спутник-шпион. Давайте-ка похитителя. Тут орбитальный лазер. Давайте. Где похититель-то? Похититель. Тут истинный ксенорой. Давайте похитителя. И тут байтовая база данных. Не знаю, что это я построил. На одну меньше. Не знаю. Так, и где-то еще производство. Вот в Пембеле. Блин, опять что-то мне там убило. А нет. Просто, блин, вот у меня еще самолеты. Ё-моё.
А, я вспомнил, что я хочу. Блин, видите, как все-таки хреново. Я хотел этот еще город захватить. Столько ходов я это все проспал. Вот у меня тут юниты подготовлены для этого дела. Они мне, собственно, не нужны. Пойдем дальше ими. Так. Мне надо во Фриленде купить похитителя и в ранги купить похитителя. Этих пока... Так, тут самолеты походили. Отведем. И тут пока отведем. Сейчас, по идее, должно быть много караванов. Орбитальный лазер. Вот мне интересно, если я сейчас Хавецкому все торговые пути рубанул, он сразу померит этим все? В смысле, а как ты мне все торговые пути рубанешь? Ну, сам тебе. Они же вроде не действуют. А что, у тебя ко мне торговые пути какие-то идут? Нет, тебя ко мне, причем тут 4. У меня к тебе там торговые пути? Ну, блин, я пущу к Кицалу, боже. А ты у Кицала количество городов не резиновое. Так и у меня не все пути к вам бегают. У меня много между собой бегает. Нет, ну это понятно, за собой бегает. Знаю, по дистрали проблемы с путями, что их просто не крутилось. Ну, все, по-моему, всегда можно найти, куда деть. Ну, в мелкие города пускать не шибко выгодно, они там мало приносят, но крупные по 9, но типа получается. Ну, в общем, ответ на твой вопрос нет, я мир не буду с корейцем заключать, если ты мне сейчас обрубишь все торговые пути. Так, я не успеваю, буду ставить уже рабочих на автомат. Некоторых. Во. Четыре тринадцать. О, 7-16 вообще офигеть. Так, тут вообще можно и проползти этим городом. Вот сюда. Орбитальный лазер. На этом пока все. Для того, чтобы успеть до начала нового года, я буду стараться выкладывать серии каждый день, но если вдруг все-таки у меня будут проблемы тут с загрузкой, то через день должна появиться серия. В любом случае, спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.